Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня я покидаю этот прекрасный остров и еду домой. Ну, здесь хорошо, но дома лучше, потому что дома ждут мои прекрасные котики, сын. Надо ехать, надо работать. Ну, я, конечно, бы хотела рассказать плюсы-минусы всего этого отдыха. Есть, конечно, плюсы, есть, конечно, и минусы. Пускай наши соседи, немецкие соседи, не говорят, что они лучше воспитывают, чем наши русские, или наши украинцы, или наши армяне. Ну вот, я просто не хотела вчера снять, когда мы спустились 8:30 завтракать, что делают они. Они 7 часов спускаются, на лежаки кидают полотенца, сами идут, высыпаются, завтракают очень поздно. И лежаки занимают. Но я просто не хотела ругаться. Хотя могла бы я спокойно спуститься, их полотенце просто убрать оттуда и ложиться спокойно. И никто бы мне ничего не мог бы сказать, потому что так делать нельзя. Я бы хотела бы им показать кузькину мать и сказать бы, ну это все. Ну просто если бы это все началось бы, они бы пришли бы, да, вот. Узнали, ну, они там же, они мою резиденцию видели, что я гражданка Украины, да, и пошло бы, поехало, что я себя нехорошо веду, и как же, ну, некрасиво все-таки. Ну, там мне все равно, хоть и гражданка Армении, хоть и гражданка России, мне все равно, просто надо им иногда показывать, что так нельзя. И в последнюю очередь приходят и отдыхают. Короче, мы бассейном не воспользовались, потому что все время они там, они американцы. Насчет завтрака. Завтрак одно и то же, честно говоря. Если ты хочешь хороший завтрак, доплачиваешь. Хотя мы, это шведский стол, но хотя мы платили за этот стол. Одно и то же. Яйца вареные, яйца с мятку, яйца не знаю какого черта хреновой кручечку. Ой, короче, одно и то же, да, фрукты есть, канарские бананы, но, извините, я одно и то же не могу есть. Ну, хоть эти 2 дня нашла какую-то там овсяную кашу без вкуса, ну, добавила там чуть шоколада. Ну, спасибо, я не то, что жалуюсь, я просто вам говорю. Обед почти то же самое. Если суп там с морскими продуктами, то обязательно этот суп в ужин будет превращаться в пюре. Да-да-да-да, вы не расслышались. Да-да-да, я замечала. Ну, а что делать, если мне хочется горячего, пришлось заткнуться и кушать. Если ты хочешь что-то, добавь деньги. Ну, извините, если я заплатила за кушать, то заткнись, Алина, и жри дальше. Да, ну, я никогда после обеда или после ужина не ем сладкое. Но сладости, конечно, здесь было очень красиво и вызывающе. Я отрывалась на сладости, конечно. Я не ела столько, я не ужинала столько, столько я на сладости отрывалась и набрала 5 килограмм больше, потому что я ложила себе сандию, что это, короче, арбуз, там, ну, в основном арбуз ела, арбуз и, конечно, сладости. И сладости здесь очень вкусные, и я обожаю эти разновидные эти торты. Я оторвалась на этом. Ужин то же самое, вот эти жареные, не жареные, особенно вот эти с мукой я терпеть не могу. Вы знаете, что я люблю правильную еду и всегда делаю все без муки. А если там фасоль вареная без вкуса, вот это все я не могла есть. Я салат ела, выкидывала лук, потому что на ночь лук меня желудок обжигает. Ой, ну короче. И оторвалась обратно на сладости. В общем, вообще я в бассейн не заходила, потому что все время заходили и американцы, и немцы, и что. Так только ложили после завтрака, мы переходим, что вот это все минусы. А плюсы были то, что бар, завтрак закрывается, открывается бар в бассейне. Там начинается выпивка, все бесплатно до 6 вечера. Вот это
плюс. Жри, пей сколько хочешь. Ну, оттуда потом приходит с Франкфурта, гамбургесы, короче, я такие вещи не ем. И кто ж есть? Конечно же, американцы и наши немцы хорошие. Они все нападают, и за 5 минут их уже нету. В общем, потом закрывается бар, 6 вечера, и открывается другой бар. И идет ужин. Ужин то же самое. Пожал, чуть-чуть нажался, короче, оторвался на сладости и, конечно же, пошел на другой бар с 7 до 11 на коктейлях. Коктейль, если сказать, что пусть красиво подносят, это другое дело. Но они тебе дадут в картоновом стаканчике, что ты выпьешь и скажешь, блин, нигде я сижу одноразово. Ладно, если ты до 11 нажралась бесплатно, после 11 можешь заплатить до час можешь. А еще коктейльчики, моктейльчики, это все дешевая выпивка. То есть это не брендовая выпивка. Вот это минус. То есть, если ты хочешь мохито, заплати. А если ты не хочешь мохито, а какой-то маргарита и там Сан-Франциско, это все дешевое, это все с под столом дают тебе, и все, не знаешь, что они тебе подливают. То есть ты не видишь. А те бутылки хорошие, красивые, на витрине стоят, и это все платные. Вот такие дела. Так что думайте, если куда-то едете, не знаю, лучше взять апартаменты, я так думаю, и короче, не знаю, а мои хорошие. И мы вчера ездили все-таки наконец-то самую большую гору Тейде. И что там хорошего было? Я, честно говоря, кроме вот этих вулканических гор, ничего такого не видела. Добрались до Пунто, до самого вот этого Пунто, да, взяли Тенерифе, или как это... Вот это, что быстро поднимается за 8 минут, это, конечно, очень глупо с нашей стороны сделать. Надо было инструкцию прочитать, мы не прочитали. Мы за 8 минут 3000 километров поднялись. И наверху, конечно, Оскару и мне что-то сердце начало дергаться. Как бы воздуха не хватало. Мы выдержали 5 минут и спустились. А на самый верх так... где вершина, надо специальное разрешение взять, но я вам скажу, что там я не выдержала ни 5, ни 10 минут. Мы спустились, быстренько ждали, пока один подымется, чтобы быстро спуститься, потому что, ну, не знаю, вдруг сердце стало, хотя я там скину видео, где у меня хотя бы был диазепам на всякий случай, но я не знаю, в это время диазепам бы помог или нет регулировать сердце. Но, конечно, Оскару вообще хуже стало, и мне в панику вообще впустило. Там одни были камни большие после вулкана. Ну, говорят, что когда-нибудь, не дай бог, может сбухнуть обратно вулкан. Конечно, не дай бог. И еще дорога туда. Я думаю, что надо было не ехать на Икарусе большом, а надо было взять мини автобусы, потому что там была дорога опасная, где камни падали, где, не знаю, если бы там один камень бы упал, автобус бы к черту упал бы, не знаю, не нашли бы нас. И это, я вам скажу, что у нас в автобусе было 50 с чем-то человек, из каждого человека 100 с чем-то человек. Вот и посчитайте, сколько они за 5 часов заработали. И плюс без воды, без еды. Мы сами должны были все это сделать. Хотя за 6-7 тысяч евро они могли бы хотя бы нам всем дать холодной воды. Ну, вот это и минус. Пока мы доехали, мы были вареные, жареные и никакие. Так что, если приехать в такое место, да, взять машину, вы мне скажете, 90 евро в день. 90 евро в день ехать самим, надо самим все идти договариваться, вот эти туристические, это все мафия, понимаете? Вот, например, плюс этого, что мы вчера доехали на автобусе, они сами пошли, сами договорились, сами взяли вот эти, мы заплатили
150 евро, чтобы нас еще на Тенерифе, на этой херне подняли, короче, забываю, язык заплетается. Наверх подняли, они сами договорились, мы подошли и поднялись. Но я инструкцию не прочитала, потому что вы знаете, что у меня и астма. И... Ну а то, что у меня дыхания не хватит, я не знала, честно говоря. Когда я поднялась наверх, почувствовала, что у меня сердце как бы дернулось, но я не обратила внимания. Но когда увидела, что Оскар трусится, и он за сердце схватился, я тогда в панику упала. Да, вот такие дела. Сегодня мы уезжаем, и слава Богу, мы, конечно, хорошо отдохнули и хорошо потратили, и сейчас едем назад, чтобы заработать денег. Я плюсы того, что я увидела китов, я увидела дельфинов, я увидела вот то, что я хотела, я то увидела. А океан – это моя мечта вообще. Я люблю вас, короче, я отдохнула очень хорошо. Спасибо всем, кто меня смотрит, лайкает, дизлайкает, и кто меня тоже не любит, тоже я вас всех люблю, и всем пока-пока. Видите, они ставят полотенца, их нету. Вот взять бы эти полотенца и выкинуть. Вот и бассейн. Так, пока едем, закончу мое видео, плюсы-минусы и отдых. Хотела вам сказать, что мы когда платили, чтобы ехать отдыхать, чтобы повезли нас гору самую большую Тейды, или чтобы нас повезли в Ру-парк, или чтобы нас повезли в другое место. Минусы этого было, что, например, нас собирали в первую очередь, да, или чтобы нас повезли в океан с китами. Минус этого было, что, ну, мы платили за это, конечно, 100 с чем-то евро за двоих. Минус этого было, что нас забирали первыми, да. Где-то полтора часа только тратили, пока не забирали всех с отеля, да, и пока мы приезжали в место назначения, мы теряли полтора часа, а так само, когда они нас возвращали обратно, мы теряли полтора часа. Бывало, где нас не давали даже воду, бывало, что даже единственное место, где вот в пароходе давали кушать, да? А так, вот, не знаю, вот, а так мне больше понравилось вот с китами больше, да, и с дельфинами, конечно. Ну, вот так как-то.